какой-то момент я посмотрела в окно машины и поняла, что мы свернули куда-то, в какие-то окраины, где никого не было. Он вылетел на встречную с диким хохотом, мол, пока не скажешь, не назовешь свое имя, не остановлюсь. Я в ужасе называю первое попавшееся левое имя. Он также дико лихача возвращается на прежнюю полосу. Он остановился и велел мне выйти. در این وقت او از پشت مجبوری مرا با بغل گرفته و من دست رسانیدن می گرفت. مرا با پشت ماشین شناند خودش نیز در برم نشست. بعد آهسته آهسته پایهانم را دست رسانیدن می گرفت. روی روز با من می گفت که می خواهد با من در تنهایی باشد. از این من خیلی ترسیده داد زدن گرفتم. در برم پول نقد نبود. من می توانستم گریزم ولی می ترسیدم. На утро проснулась с осознанием того, что повезло. Я избежала изнасилования. Но в то же время было как-то мерзко. Я писала в службу поддержки, что мне теперь страшно, ведь он знает, где я живу. Мне принесли извинения и сказали, что его отстранят от работы. Ман ме фахмидам, ки конунан хеч кор карда на метавунам. Зеру харасмен, ён ки муносибати ночо, джинуят хисоб на мешават. На голоді ду вона ліпосі ту та джогузгару буят сафед на кунат.